орки вырезали силы обороны планеты Кузницы, и они захватили планетарные системы обороны. Да. Нам нужно приземлиться и уничтожить эту батарею. Я поймал переговоры отрядов Имперской гвардии внизу на земле. Если бы не лейтенант, господин, мы бы погибли. Где найти этого лейтенанта? На передовой. Следуйте по сети окопов к командному бункеру лейтенанта. Живых осталось только я, господин. Чёртова пушка! Как вы, наверное, видели, она сбила все наши корабли подкрепления. Поэтому мы и здесь. Мы займемся пушкой. Тогда идемте со мной. Чисто мы пошли в бар. И вот здесь орки прорвались к батарее. А мы так и не смогли пробраться за стену. Нас осталось слишком мало. Девушка, мы отобьем пушку. Очень надеюсь, капитан. Крепость просто кишит горами. Ее зачистка уйдет не один день. Мы найдем способ уничтожить пушку. Это заряды. Если подорвать их в нужных местах, вся крепость обрушится. Я установлю взрывчатку на снаряд. Вы должны удостовериться, что снаряд окажется там, где надо. Черт, орки вынули его из обоймы. Снаряд на месте, капитан. Так, все, отлично. Все, лучше будет понаблюдать за взрывом крепости снаряд. Лейтенант. Мы подбираем раненых и направляемся в жилой блок Андреса, чтобы организовать там аванпост. Теперь пушки нет, и наши корабли смогут там приземлиться. Хорошо. Мы с моими боевыми братьями должны захватить все рабочие титаны, пока их не разграбили орки. Удачи. Голем от меня поедет. Что это? Надо остановить таран. Опа. Подорвали. Открываем все коробки, бля. Все. Стараемся. Что делает этот сервочереп? Пытается доставить сообщение. Похоже, он поврежден. Печать Инквизиции. Интересно. Пидорас, а что найдем. Здесь делает Инквизиция? Вот мы и выясним. Это Инквизитор Дроган. Мне срочно нужна помощь в мануфактории Аджакис. Они ищут экспериментальное устройство. Пока что оно в безопасности. Я отвлек их. Но теперь я в западне. Если я погибну... Я погибну. Устройство не должно попасть в руки к врагу. Иначе его не остановить. Мне нужно было время. Оружие... Было почти готово. Алла... Ментальное оружие? Нужно добраться до Инквизитора раньше орков. Не двигайтесь вперед. Теряйте бдительности. Не надо, дядя! Капитан, смотрите! Это не очень смешно, да, получилось? Краном, видимо, управляют орки. И не остановится, пока не остановится. Thank you.
Они даже не подумают, что у человека. Вот такое тут странное, ой, блядь, управление нахуй. Сука. Нажимаем, блядь. Пизда, пизда. Вообще красиво. Все, мост, вы меня слышите? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Наконец-то. Говорит капитан Ультрамарин, отряд Титов. Назовите себя. Амогус. Амогус! Мне нужен стоп, капрал. Ты, блядь, жрать хочешь? Мы можем встретиться. Готовьтесь, скоро мы будем там. Там, там. Конец. Подъебал! Эти народы обороняют лишь горстка гвардейцев. Долго им не продержаться. Им удалось уничтожить мост главного доступа. И орки потеряли численное преимущество. Я удивлен, что не закрылось. Размечтался. Конец связи. Ну ты подожди, не торопись. Вы должны поспешить. Если они найдут нашу точку доступа, то долго мы не протянем. Поспешишь, императора засмешишь. Но для него у меня есть шутка. Иди в лифт, там будет сейчас встреча неплохая, так и сказали. Ага, также встреча с орками. Лифт в той стороне. Капрал, хох, мы на позиции. Прекрасно. Я отправляю лифт наверх. ХП-шка где? Доступ разрешен. Авторизация. Отлично. Антиох, останови лифт. Иди нахуй, сука. Подожди, Леона, Леона, блядь! Я взорвусь! Ползи! Я стою! Отпусти! Настоящий герой слав – это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой – тот, кто делает то, что нужно сделать. И замачиваться приходится, и кровь проливать. А он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик. Капрал Антиох? Да, господин? Да, пизда. Мы прослышали, что в мануфактории находится Инквизитор. Да, господин Дроган. Мы его уже несколько дней не видели. А ты не видишь, что ли? Флот освобождения уже прибыл, господин? Флот все еще в пути. Ультрамарины, авангард, который должен ослабить самые важные объекты и захватить врага. Ясно. А комплекс и титаны, они в безопасности? Все, что я могу сказать, господин, пока ни один орк не проник за ворота. Свяжитесь с лейтенантом Мирой. Ее отряд организует бастион у жилого центра Андрис. И ваши корабли снабжения теперь смогут приземлиться с орбиты. А что с полковником и штабом? Никто из них не выжил. Эй, почисти свое оружие, гвардеец. Червилка, шлю! Закодированные сообщения от инквизитора Дрогана лорду инквизитору Шарпу. Как мы и полагали, мой господин, планета-кузница Грая оказалась идеальным местом для проведения моих исследований. Техножрецы Адептус Механикус охотно помогают мне, но они очень любопытны. Наконец-то место, осквернённое орками. О да, думаю, что никакая пушка не заставит орков убраться отсюда во свояси. Да, мы должны найти Рей Титан победимый. Нихрена себе. Здесь явно пропут этих нажирцы. Работайте. Пока на расслабоне, на чиле. Выполняйте нос. Да я нормально, у меня это не впервые.
Повышенная производительность радует повелителя машин. Я заебался. Да. По крайней мере, Титан непобедимый и поврежден. Точнее, Титан победил, или этого вторжения мало. Класс. Чтобы вывести боевой Титан. Мы увидели впервые Титана. Титан обслуживается многосотенной командой, Сидони. Без команды он полезен. Огромные машины. Капитан, это станция сканирования. Я могу поискать присутствие Питера. Доступ разрешен. Вот. Один клик. Личность подтверждена. Рорсиас. Он в этом крыле мануфактории. Я вижу сигнатуры сердцев по всему комплексу. Больше всего их в том месте, где находится Питер. Типа лифт снова, что ли? Леандр, ты можешь связаться с нашими через эту плель? Не напрямую, но попробуй дать. Займись, сесть. Доступ разрешен. Орден Ульф. Сюда, капитан! Урины, это капитан Тит. Вы меня слышите? Капитан, говорит сержант Мидас. Отряд Солинус находится на земле и направляется к цели. Новый приказ, Мидас. Мы находимся на мануфактории Джакис, и мы нашли Титан Победимый. Солинус нужен мне, чтобы захватить Победимый, а у меня будет своя дача. Выдвигаемся. Конец связи. Здесь трубы. Орки в трубах. Здесь. Питер, Орда Ксенос. Повторите авторизацию. Готовьте источник к медленной выемке. Одну минуту. Наплюйте. Ебать, узлы. Питер Дроган. Питер Дроган. Я дрон. Ты поехавший уже, все. А вы кто? Да никто. Капитан Тит, отряд Уринов. Мы получили сигнал бедствия, но похоже, вы пережили атаку противника. Я дроченый салат, капитан. В каком состоянии ментальное устройство? Источник энергии? Он находится в генераторной и питает весь мануфакторий. Так это источник энергии, а не оружие. Это сложное устройство и нестабильное. Если орки найдут его, то найдут его. При его детонации силой взрыва может разнести всю планету. Перенесем в надежное место. Для этого, капитан, мне нужна помощь. Сюда. Вы ранены, Инквизитор Дроган. Да ладно! Да... Я псайкер. Мои психические способности сдерживают кровотечение. Хорошо. Обнаружены инопланетные формы жизни. Охуеть. Инсасадник! Хочешь спереть моих титанов? Да, хочу! Мою добычу! Нет! Я тебе глотку через кишки выдернул! Главный орк! Мейду и Хевен! Камину мимей не уйти, силитру керри! Похоже, он будет нас преследовать. Проклятая тварь! Если бы он не попал в этот мир! Но он попал. Дроган. И без тебя знает. Чё это? Космодесантник Апостол. Предоставлен полный доступ. Шаман? Мои парни хотят поприветствовать тебя! И парни. Кто ещё такой? Саки!
Насколько глубоко уходит это сооружение? Мануфакторий? Глубоко. Боже, как глубоко! Генераторная фактически повешена над вентиляционной шахтой. Повешена? Да. В случае катастрофической сузки, она может быть экстренно отправлена вниз. Ну вот, мы на месте. Тут холоднее, чем в открытом кокосе. Да, побочный эффект работы устройства. Капитан Тит, идите нахуй в главную комнату. Нужно только достать источник энергии из ядра генератора. Я инициирую отсоединение с панели управления. Понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Братья, охраняйте точку доступа. Это наша точка, блядь. Я инициировал процесс отсоединения, капитан. Вы должны оборонять комнату, пока источник не будет извлечен. Холодно, как в холодильнике. Ну вот, главный щит открылся, капитан. Направляйтесь в центральную камеру. Тревога. Обнаружены ксеносы. Ксеносы? Новый тип. Ты или? Капитан, Варбос! Господи, Сашник! Что вы здесь прячете? Кому ты обращаешься? Я один здесь нахуй! Дико пункис! Ааа! It's Dragon Stanford! I'm fucking crying, bitch! Wait, wait, wait! I don't wanna fucking hear it! Дико пункис! Ааа! It's Dragon Sniper! Пацаны, тревога, тревога, блядь! Еб, нахуй, бежал, блядь! Еб, нахуй, блядь! Ох, блядь. Ты крапируешь, да? Живой, блядь. А я охуел совсем. Раз и все. Всего-то. Сидоний, Леандр, ответьте. Капитан? Блитер утверждал, что вам было не выжить. А я выжил. Ну не выебывайся ты! И его источник энергии у меня, а не меня. Мы договорились встретиться у жилого центра Андрис. Эти тоннели в конечном счете выведут нас туда. Отлично. Направляйтесь к жилому центру. О, холера! Это Фредди Фазбер! Настоящий герой слав — это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой тот, кто делает то, что нужно сделать. И замачиваться приходится, и кровь проливать. А он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик, что это понимает. Открытый мельтаган. Сокрушительный удар, Машон, ты поебал. Уже 3 часа игра, пиздец. Даже больше. Ебаный задрот. А я только и все еще. Интересно, оказывается. А я только хочу найти подходящий момент для того, чтобы завершить. Я не знаю, какой лучше. Вот это проблема. Космодесант! Бежи, парни! Это убежите.
есть. Ты поднялся, нахуй. Хуя себе, что это? Адептус Астартес распознан. Исключите меня ярость. Доступ разрешен. Спустя для входа в режим ярости. Капитан Тит! Рад встрече. Есть идея, где мы? Мы в дерьме! Мы должны подходить к точке выхода на поверхность. Воздух здесь менее спёртый. Тоннели меня уже достали. Надо выбираться и успеть найти инвитера до орков. Сейчас у нас хотя бы над головой небо. Наше место встречи в той стране. Деморализуйте. По сути, ополчение. Мы уже прошли почти жестоко, но пол игры. Храните. Это не спорт. Для орков это стратегия войны. Was that the bite of 87? Медикаменты полностью израсходованы. О, похоже на механикус адептус. Падает нахуй. Пиздец. Их еще миллионы. Ахрос. Наш план изменен. Вывести Эритера и источник. Потеет, если они захватят мануфакторий. Они захватят мануфакторий. Мы их будем 100 лет оттуда выковыривать. Мы урины. Орки для нас проблема. Путь у нас неделя, возможно. Но к тому времени орки уже сумеют понять, как зрать титанов. Я думаю, ребят, на этом все. В плане записи. Так что спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.